Нахожусь на празднике Пасхи в Германии, город Баденхаузен. Вот стоит пожарник, он уже готов, дым тушит. А мы тут несколько, ну, наверное, около 1000 человек собралось на это мероприятие. Вот так вот происходит. Оп, дровишек парень подкинул. А, тут еще у них, кстати, у людей мечи, видите, как парень выкинул, вот он меч. Они берут такими мечами, тоже поджигают. Видите, вот он лежит. Еще меч ушел. Вот такой вот. Сейчас потушим и пойдем. А, этот человек деревья тушит, чтобы они не горели. Я, кстати, сам удивился, почему так близко к костру. Вон дерево близко, и вот дерево к костру. И вон сейчас пожарники сидят, работают. Кстати, мне даже здесь жарко. О, новое. А это сиденье чисто, это чисто сиденье. Я думал, подкинуть можно. Кайны капуты, слышали? Точно в Германии, я не обманываю. И по-русски я тут разговариваю, по-украински чуть-чуть тоже можно размовляти.